А потом вспомнишь, надо взять. Чего же мне не хватает? Пусти на здоровье. Да, я тебе скинула. Тащи, покажи сюда. Учебник неси по-русскому. Я вспомнила, что я забыла. 15-е, номер 8. Вперед из песни. Читать надо? Прочитай сначала, конечно. Читать. Так, в комнате прочитаешь? Вернусь. Все правильно. Давай сама попробуй прочитать, что дальше. Давай сама. Придешь, скажешь мне. Да приятного аппетита уже. Приятного вам. Кушайте на здоровье. Пальмы все равно вкуснее. Чем жареные. На вечер у меня свёкла с чесноком, картошка и селёдка. Я, конечно, сейчас могу пожрать, но я воздержусь. Заряд аккумулятора. Ничего себе. Жаль, сядешь, заряд аккумулятора сидит, все. Прям не пожрать мне с вами никак. Икру кабачковую забыла. Память дырявая. Васька! Васька!
Вы с ума сошли, вас тут? Молчать, я говорю. Тебя нет дома. Услышали, что ли? Не надо было. Я сказала, когда я поем, тогда подойду. Не мешай Зарине заниматься. Я еще раз говорю. Или мне повторить? Нет. Утром кофеек. Нет. Нет. А ты обманываешь, только что вышел за стола. Хлебушек, масло, по возможности, если есть рыбка какая-нибудь такая, или икра, поддельная, на настоящий денег нету, извините уж, что мы питаемся не так, как мы, что ж у нас так засирает, ну, нехватка, видать, нехватка денег-то. В стране, я что, не знаю, что происходит, что ли? А что мне говорят? Стоит в ванной, морду красит. И не знает, что в стране происходит. Знаете, я чуть челюсть не выронила. Та, которая у меня, значит, в стакане стоит. А я здесь при чем? Не по адресу написали. Ну теперь что, не жрать, не срать, что ли? В ахере просто. А ты сама, думаю, знаете, нет? И вы просто в интернете сидите, людям пишите. Ну сделайте для этого что-нибудь. Покажите нам, что вы сделали. А мы возьмем, намотаем на усы себе. И повторим. За вами. Я же говорю, рано еще мне такие вопросы задавать. Просто рано. Чуть-чуточку, погодите. Всех потом через секретаря я принимать начну вас. Полчерни. Ну как? Ваши дела? Что дальше? Что сделала-то? Читала. А записывать не надо? Написано прочитать. Сейчас, подожди секундочку. Прочитать надо всегда везде прочитать. Не прочитаешь, не поймешь.